Всем привет, друзья! Вы на канале GameTune.ru, меня зовут Евгений, и мы играем в Watch Dogs. Это вторая серия, и мы направляемся узнать, кто же нам испортил так жизнь. И наш главный герой Эйден Пирс. Да, Эйден Пирс. Нужно чем-то себя занять. Счастье, в этом городе полно всякой швали. Разберусь с ними. И чё? И что, то есть что надо делать с ними? Так, вот от присяжной комиссии. Сканируйте прохожих, чтобы выявить потенциальных преступников возле убежища. Ага. А где мужичок с девочкой там заигрывал, стоял? Ой. Нет, 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 нет. Как спрятать пистолет? Блин. Серьезно, я не знаю. Так. Короче, ну где он там? Ну как спрятать? Давайте узнаем. Блин, облом. Так, управление. Общее, да? Нет, пешком, наверное. Вперед, влезть, занять, вы выйти из укрытия. Достать, убрать на Т. Сканировать как людей. Надо подойти к ним. Т. Прячь давай. Замечательно. Так. Не, вот мужичок был подозрительный, тот. Это кто? Сиделка. Нормально. Повар в кафетерии. Оценщик страховых убытков. Уход за домом. Парикмахер. Обнаружено потенциальное преступление. Держится, чтобы взломать цель. Это этот, что ли? Ну-ка. Угу. Это мы... Да, я потерял. Нужно преподать ему урок манер. Отслежу сигнал и найду его. И что тебе нужно? Так. Изучите место потенциального преступления. Вау, вау. Я так с любым могу. Так, нам туда, да? Надо спуститься вниз. Так, этих людей уже трогать не будем, наверное. И вообще, где машина наша? Я прекрасно понимаю, что она делает. Заходит, зад оттопыривает. Серьезно, мы приехали на красной тачке. Я ее припарковал там. Да, вот здесь. Но куда же она пропала? Есть гараж какой-нибудь? Блин, я пока не знаю здесь всех дел. Хотя можно, конечно, пешком добежать в целом. Давайте попробуем угнать машину. Палево. Быстрее отсюда ехать, чтобы нас не спалили. Сюда. Так, он где-то здесь. Главное, чтобы не засек. Дальше дело техники. Когда CTOS обнаружит преступление, доберитесь до места назначения, найдите потенциального преступника или жертву с помощью Z. Да, Z-профайлер. Не дайте себя обнаружить. Дождитесь оповещения, возьмите преступника живым, чтобы получить больше очков репутации. Так, главное не дать себя обнаружить, значит, да?
Должен быть где-то здесь. От меня не скрыться. Ага. Походу, он за ней идет. Ха, он совсем близко. 100 пудов. Как пешком ходить? Эй, надо поговорить. Ага. Нам не о чем говорить. Мы расстались. Все. А вот и нет. Еще не вся. Отвали! Закричу! Сейчас я тебя... Так, вмешаться, да? Иди давай! Ага, он от нас побежал. Ну-ка, стопэ, братан. Стой. Мочить мы его не собираемся. Но мы должны быстрее бегать. Опа, вот это нормально, я его вырубил. Преступник нейтрализован. Так, репутация улучшилась. Жертва не пострадала. Ну, все в порядке. Так, ну и чем займемся теперь? Покупает Романа. Охранник. Я хочу домой. Вот интересно. Доступен новый транспорт. А, прикольно. Ники, да, знаю. Уже начали. Почти закончили. Где ты там? Я скоро буду. О, ты в своем репертуаре, Эйден. Джексон тебя заждался. Приезжай. Мы скучаем. Я тоже. Скоро буду. Прости, Ники, другая линия. До скорого. Ладно, хоть живой. В общем, нужна будет тачка. Звони мне, устроим. Барыжит, значит? Предпочитаешь закупаться в модном автосалоне? Парень, что надо, достанет любую машину. Так что, если нужно... Я учту. А что там Морис? Да что с ним случится? Цветет и пахнет. Дам по башке разок, и дело в шляпе. Он нужен живым, Джорди. Ладно, живым, окей. Непривычный расклад, да? Не по мне, да, но... Ты платишь, тебе и музыку заказывать. Будет живым. Чеки не пахнут. Окей. Так, откройте смартфон, выберите приложение «Машина по требованию». Машина разблокируется, когда вы садитесь в них или находите их описание в девайсах жителей. Приобретайте их в приложении «Машина по требованию». Функция недоступна во время выполнения задания. Так, сейчас мы открыли одну машину вот через того человека. И, по идее, у нас с DLC, Deluxe Edition, должны еще тачки идти. А вот это вот интересно. Давайте-ка ее взломаем. Что это нам даст? Песня «Going Down», исполнитель... Ага. Открыли песню, типа, или что? Так, окей, давайте смартфон откроем. Вот, машина по требованию открываем. Мусоровоз. Ой-ой-ой. Так, маскл-кары. Далее. Мотоцикл есть, я и не знал. Во, скоростные, круто. Спорт. Бюджетные. Блин, а где седанчики какие-нибудь? Прикольные, типа Audi A4. Потом еще откроется, я смотрю. Так, мотоцикл не хочу, пикапы тоже скоростные. Видимо, из этого сейчас выберем. Так, это 1000 баксов стоит. У меня есть столько... Блин, где посмотреть? А, 858. Так, скоростные, платно. 10 000 баксов стоит, офигеть. Вот, Muscle Car, вот эту, что ли, возьмем, давайте. Так, выбрось. Скорость, прочность, управляемость, вообще хрень. Ну да ладно. Санте не жалко. Так, угу. Где у нас он? Ага, вот. Давайте добежим туда. Вот он нас ждет, родной, хороший наш Muscle Car.
Так, пройти полное обучение. Эй, так, сетевые контракты, та-та-та-та-та. Погодите, где это было? Пройти полное обучение. Так, ладно. А вот это что? Вот это музло. Что? Вот это что? Чек-ин в точке City Hotspot. Сексуальная зависимость. Где? Блин, где она? Она? Черт. Пушка. Все, все, спокойно, мужик. Ты поверишь. Ой, я знаю, что ты думаешь. Так, ладно. Новичок. Значок разблокирован. Окей. Пепергейт. Информация. От этих ворот в Чикаго начинается фестиваль Синко де Майо. Все выходные этот небольшой уголок города чествует мексиканскую культуру, музыку и еду. Один из моих любимых праздников. Может, встретимся здесь в следующем году. Меня легко узнать. Я объедаюсь пупуса и пристаю к танцовщикам. Ого, сколько маленьких здесь приколов. Поехали на нашей крутой тачке, в общем. Ой-ой-ой-ой, это мощь. Так, нам куда? Мне задать маршрут там же. Ну-ка, спрятаться в машине. Опа. Что-то не особо спрятался, ну ладно. Так. Карта. Нам... Ого, далеко, блин. Старший брат, окей. Поехали. Вот это мне больше нравится. Ну ладно, давайте на этой покатаемся. Может быть и прикольно будет на самом деле. Поехали. Блин, тормозит, ё-моё. Наверное, нужно SSD-шник поставить ее, чтобы не геморрыть. И, по идее, все будет в порядке. То, что это прогрузка идет. Так, наверное, тогда следующую серию запишу на... Играя с SSD. Что это вообще не дело, друзья. Неприятно же, да? Комп такой нормальный. Преступление обнаружено. Воу. Так. Окей, приехали, да? Так, можно, если встать на эту отметку? Нет, он не работает. Так, лады. Значит, выходим. Да, вот, начать задание. Мы не виделись с сестрой с похорон. Смогу ли? Помню, как Лена пела Джексу песенку «С днем рождения». Она была такой радостной. Теперь будет только тишина. Так, можно на машине доехать, да? Хорош буксовать. Блин,
Нет, странновато управление. Дошли. Ага, теперь в дом. Открывай. Хозяин. Наверное, вышли во двор. Так, ага, значит, обойти. Эй, ты! Сюда. Перепрыгивай. Черт, это не их двор. Значит, там надо пройти нам. Здесь? Да, точно. Так. Ну, сколько тебе? 10. А разве не 9? 10. Не, 9. 10. 9. 10. Что ж, тогда ты заслуживаешь 10 щекоток. Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Подожди тут. Да уж, не прошло и года. Да, поздно. Но прости, Ники. Прости. Подойди. Посмотрим на тебя. Ты повзрослел. Ну да. Вот спасибо. Первый день рождения без Лены. Ну и как он? Говорит все еще только со мной. Йоланда сказала, что это у него такой способ защиты. Йоланда? Психолог. Помогает ему. Ничего. Мы ждем. Трудно, но мы справимся. Джекс. Привет. Прости, опоздал. Ну, обнимешь? Ох, как ты вырос. Так, а это что у тебя? О, целитель. Круто. Решилась купить, да? Принеси игрушки, мы пока поговорим. Да, я скоро приду. Это так здорово. Ты вернулся. Прошу, скажи мне, что все изменилось. Изменилось. Вы с Джексом. Главное в моей жизни. Я всегда буду заботиться о вас. Как старший брат, да? Трогательно. Последний раз я был здесь на дне рождения Лены. Джексон ее обожал. Да и все мы. А, это пропустил девочка. Все веселье. Дети играли в Мстителя. Того парня из телека, что тачки угоняет. Дай угадаю. Джекс был Мстителем. Не угадал. Все они. Злодеем сделали меня. Ну, я им устроила. Еле справились. Жаль, опоздал. Я бы объяснил. С Ники шутки плохи. Помнишь, вы с мамой болели? Но папа сказал, ну что же это за день рождения без торта? Он был просто ужасен. Горелый, кривой. Папа в своем репертуаре. И такого он натворил немало, но все ради семьи. Ха, что-то я много болтаю. Да ладно. Конечно, конечно, продолжайте. Кто это? Думаешь, номер скрыл невидимкой стал? Мне вот не смешно, и у копов с чувством юмора бывают проблемы.
Я тебе вот что скажу, дружочек. Выдохни, пообщайся, погуляй, живи и отвянь от меня. Что ты сказал? Слушай, полиция тебя мигом вычислит. Так. Ага. Да, да. Знаю, где живешь. Замки-то надежные. Да кто вы? Что вам надо? Не боишься, Ники? Ой, ему попадет. Кто звонил? Да неважно, какой-то дурацкий розыгрыш. Как думаешь, он надежный? А голос знакомый? Эйден, перестань, глупости. Нет, он хочет забраться в дом. Да с чего ты взял вообще? Проверяешь замки. Слушай, я как-нибудь сама, без тебя справимся. Ники, но мне не сложно. Эйден, ты опять за свое. Нам не нужна твоя помощь. Хватит уже лезть в нашу жизнь. Хочешь помочь, а выходит только хуже. Я пойду. Да, и правильно сделаешь. Зря она так с нами. Мы хотим помочь. Взрослый мужик и ерундой мается. Но ничего, сейчас я отслежу твой звонок. Ой, мы его найдем и накажем. Вот ты где. Вот черт, он уходит. Тогда садимся в эту машину. Некогда нет времени выбирать. Авто. Поехали. Простите. Я это предвидел. Угроза семье. Черт. Так, ну и как его нейтрализовать-то? Эй, какого? Блин, тут у него маневры. Ну ладно. Не скроется никуда. Ну. Ой! Прости, перегнула палку. Ой, блин. Умеешь ты порой вылезти. Из-за этих тормозов, короче. Ну да. Да, надо SSD. Да, обещаю, я не буду тебя доставать. Но... Эйден? Ой-ой-ой. За этим уродом гоняешься, да? Получилось. Так, влазим. Боже ж ты мой. Ну сколько можно? Да нет, все не так. Ого. Хватит геройствовать, Эйден. Хватит уже. Чего? Это я в туннеле. Не слышал. Нет, ты все прекрасно слышал. Ты мразь. Прекращай, прошу. Алло, алло. Не слышу. Ты там? Мне пора. Так, 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 иди сюда, тварь. Окей. Вот ушлепок, берем ствол. Ну что, по рукам? Ну а то. Такие бабки за какой-то вшивый звонок. Ники Пирс, да? Сказать про замки? Про ребенка? Ай, жесть, ну да ладно. Вот и молодец. Так, значит... За звонок ему заплатили кучу бабла. Кому это было нужно? Что там с эксплойтами? ДЦК уже отозвались? Ну, вроде того. Проверяют тебя. Подожди. Ладно, тогда вопрос к тебе. Отследишь звонок? Для тебя все что угодно. Как? И что это такое? Этот урод угрожал моей семье. Нужен заказчик. Похоже, звонок сделан из района Луп. Это все, что могу сказать. Так. А если я хакну центр сети ОС? Тогда я вычислю точку, откуда вам звонили. Все понял. Там должен быть блюмовский центр сети ОС. Справимся. Депсек как-то пытались его взломать. Не вышло. А потом еще и охрану усилили. Так что это... Осторожней. Хоть ты не начинай. Спокойно. Я не с пустыми руками пойду.
Задание выполнено. Так, очко навыка получено. Навыки. Прогресс, да? Основные задания. 2 из 9, это потом часть 2. 5. Так, это доп. Задания идут. Расследование, предметы. Вау. Вау, сколько всего. Замечательно просто. Так. Основные задания. С этим все ясно, в общем-то. И за все очки дают, я так понимаю. Угу. Блюм нанимает частников для охраны центров сети ОС. Эти ребята будут вооружены до зубов. Справ. Так. Вождение. Нам надо потратить очки наши. Одно очко нам доступно. Вождение. Автоматически отключить. О! Вот это мне нравится. Никто не будет нас... Никто нас не заподозрит, в общем. Так, ну что ж. Направляемся к следующему заданию, если оно рядом. Такая-то что? Игра для смартфона. Так. Кэш энд ран. Кэш ран. Игра с элементами паркура в дополненной реальности. Доберитесь до стартовой точки кэшран и нажмите Е, чтобы начать. Сверите как можно больше монет, избегайте красных черепов. Побейте рекорды в списках лидеров. Хм, как-то... Не знаю. Так, медкомпонент. Покупайте необходимые компоненты, изготавливайте лекарства непосредственно в селекторе. Лекарства устанавливают концентрацию. А, можно, короче... На одних лекарствах сидеть и не спать. Сколько всего. А вот еще, это закрытая, так понимаю, часть города, наверное, или нет. Так, отлично. Поехали. Поехали к следующему заданию. Ой-ой-ой. Не хотел, мужики. Так. Блин, а последствия такие не очень. Ночью было не так все. Наверное, сюда можно заехать нам. Что за запуск? Так, лады. Да, нам сюда. А, фак. Короче, надо выходить и бежать уже пешком. Роботы говорят, что все новые велики подрублены к базе сети ОС. Она, кажись, и впрямь работает. Отстань от меня! Раз сети ОС усилили охрану, нужно прихватить пушек. Купите штурмовую винтовку 416. А, да, вот сюда нам. Чем могу помочь? Так, штурмовые винтовки. 416. А у нас деньги есть как раз. Превосходная немецкая штурмовая винтовка. Весомый аргумент в дальнем бою. Отлично. Купили. В последнее время меры безопасности в центрах сети ОС в Чикаго усилились из-за кибератак группы хакеров DCEC. Сегодня мы поговорим с Шарлоттой Гарднер, главой пиар-отдела компании Bloom. Главная безопасность Чикаго. Центры управления CTOS под охраной частной фирмы.
профессионалов, прошедших тренировку в горячих точках по всему миру. То есть, мисс Гарднер, эти профессионалы, по сути дела, наемники. И многие из них с преступным прошлым. Многие из них с армейским опытом. У наших солдат есть право служить своей стране в мирное время. CTOS под надежной защитой. А значит, жители Чикаго могут спать спокойно. Это была Шарлотта Гарднер, пресс-секретарь корпорации Блюм. Да ничего, прикалывается, я только купил ствол. У него ствол, ничего себе. Он мне сам дал его. Итак, мне надо и дальше ехать куда-то. Так, сюда. Ну-ка, вот как мы сейчас взломаем тачку? Мы открыли тачку наука. А, вот то, что надо. Без лишних подозрений. Без проблем. Отлично. Блин. Все, вот эту миссию доигрываем и ставим игрушку на SSD. Да господи. Так, все, мы приехали. Охрана тут серьезная. Но выбора нет. Я найду этого приколиста. Не с тем он пошутить решил. Так, как нам туда пробраться? Они дотрогают. Например, давайте через камеру попробуем это сделать. Как-то надо все это отключить, дело. Так, обнаружена уязвимость, да? Взломать, чтобы поднять или опустить груз. Окей. Типа отвлеклись, что ли. Откроем? Да, вроде открылось, да? Очередное замыкание. Итак, нам нужно опять сейчас... Где камера? Поднять погрузчик, чтобы он отвлекся, и мы прошли. Так, выходим. Вот, отлично. Итак, давайте здесь попробуем залезть. Да, это возможно. Так, вот сюда. Замечательно. Так, погрузчик. В чем дело? Нам куда? Так, вот, ребята, но они на меня не смотрят в данный момент. А, во. Нам сюда. Так, взламываем. Так, используйте код доступа, чтобы добраться до серверов. Нам надо другое место. Наверное, вот надо как-то отвлечь. Ой, еще дружок. Короче, вот. Мне надо, видимо, пройти все-таки мимо них. Он нас не заметит? Я не знаю, вот. Так. Ой, прячемся. Есть, спрятались. Как нам дальше пройти-то? Так вот.
Опа, есть. Так, и что нам нужно делать здесь? Как-то взломать это дело, да? Значит, и так выглядит. Хорошо. Угу. Так. Так. Неправильно. Секундочку. Понял. Ну вот, все. Так, теперь здесь. Ага, все ясно. Готово, нет? Взломайте, чтобы получить доступ к видеофайлам. А, вот. Интересно. Я в системе. Что? В смысле? Взломал CTOS? Так быстро? Теперь система как на ладони. У тебя есть доступ. И у меня тоже есть доступ. Будет скучно, глянь профайлер. Там можно найти много чего интересного. Да тут, в принципе, полно полезных приблуд. Можем использовать что угодно. Лучше мониторить трафик. Вдруг устранится ли в сети? Так ведь и они меня засекут. Ладно, сваливаю. И так задержался. А я найду звонившего. До связи. Отлично, круто. Так, нужно опять сваливать. Так, ой, черт, палево. Этот нас не увидит. Давайте сейчас вот тот мужик вот отвернется. Вроде тоже нас не видит. Нет, видит. Значит, прячемся. Ну что ты там договорил? Ну серьезно, мужик, давай, заканчивай. Блин, он сюда пошел. Есть, этот отвернулся. Там штуку можно было взорвать. Все, можно бежать. Так, есть. Подъемник. Перелазим. В принципе, все просто. Тут вот мужик был, который нас, наверное, может спалить. Так вот, отвлекаем его. Ну и выходим. Нормально? Все в порядке. Ну, ты же меня знаешь. Так, ну что, все нормально, миссия пройдена без единого выстрела. Кстати, да, инфа была, что 95% миссий можно пройти без единого убийства. Или выстрела, блин, забыл. Мне тут подкинули выгодную сделку, а клиенту нужен ванила. Нет. Ну, понимаешь, Марис стал безобразничать, хотел сбежать. Нужно перевести его. Я думаю, чего париться-то? Ведь мне насрать на Мариса. Но только не на принципы. Я довожу дела до конца. А ты мог бы... Ладно,
Хорошо, разберусь. Не, ну если тебе это в напряг. Да разберусь я. Так, это все прикольно, но нам нужно в убежище сохраниться. Так, как переместиться? А вот просто на Q, да, перемещаемся и все дела, чтобы не ездить лишний раз. Что к чему? Выкладывай. Обычная работа. Подвести чувака. Плевое дело. Главное, не забывай, что ты мне помогаешь. Клиент платит за качество, ты уж не поленись. Не нервничай. Так, ну что ж, друзья, отлично. Ложимся спать, отдыхать. Время 6:00. Ну, нормально. И будем устанавливать игру на SSD. Потому что это мне не нравится. Что-то там проблемы какие-то. Ага. Ну, сейчас не до этого, друзья. Итак, всем пока. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео. В ближайшую больницу. Более того, вы сможете даже записаться... Реклама. Ну и все, что можете сделать, чтобы поддержать канал. Это очень все помогает. И всем спасибо. Всем пока.